Ну, наверное, вы знаете, я отвечу на этот вопрос так. Все-таки существуют определенные общественные традиции и устои, в том числе и в этой области, кстати сказать. Мы страна, которая может, так сказать, посмотреть на тысячелетнюю историю собственной государственности и формирование собственного общества. Я вам как историк могу сказать, что и эта составляющая общественной жизни всегда была в нашем тысячелетнем рейхе. Другой вопрос, что мы к этому относимся немного иначе. Да? У нас есть определенные моральные принципы, есть определенное морализированное отношение к этому явлению. И слава богу, что оно у нас есть. Да? То есть мы относимся к этому несколько иначе, может быть, с меньшим цинизмом, скажем, как в каких-то западных странах. Ну и, собственно, дай бог, чтобы так и было, потому что мы в этом смысле, наверное, все-таки люди разные, да, у нас разные подходы.